В законодательном собрании Ульяновской области ожесточенно подрались депутаты. Несколько парламентариев даже обратились за медпомощью. Конфликт возник из-за плаката, который, по мнению части депутатов, оскорблял местного губернатора. Его сорвали, но авторы встали на защиту своего транспаранта. На место происшествия вызвали представителей полиции, но к этому моменту конфликт уже был исчерпан. Участников столкновения, вероятно, ждут административные наказания.